Сколько народу было в салоне? 10 человек. Водитель троллейбуса двигался по проспекту Амирхана, по полосе общественного транспорта, вез пассажиров. В какой-то момент он почувствовал сзади сильный удар. Посмотрел в зеркало и понял, в него врезались легковушки. Вы виновны, да, так понимаете, аварии? Насколько я понял, да. Как оказалось, именно 19-летний молодой человек стал виновником аварии. Он не совладал со своей семеркой, машина начала вилять по дороге, задела едущую рядом Kia, после чего «Жигули» отбросила на общественный транспорт. Момент аварии был зафиксирован видеорегистратором попутной машины. Ее водитель успел вовремя затормозить. На записи видно, что легковушка, виляя между машинами, обгоняет весь поток. Затем машина срывается в занос. Но молодой человек утверждает, скорость не превышал. Я на момент столкновения ехал 60. 60. А исправились с управлением, что случилось? Занесло, да. Удар был сильный, «Жигули» вряд ли есть смысл восстанавливать. У Kia сработали подушки безопасности. Отечественные машины этой опции не оборудованы. И водитель ударился головой об руль. Ему потребовалась помощь медиков. Айрат Назиф, Елена Саляхова, Наиль Абдуллина, вызов 112.